Здорово, танкисты, с вами Слим. Сегодня вторник, и значит пришло время рассказать вам о новых спецпредложениях этой недели. Просто играя Roll Tanks на консолях и зарабатывая боевой опыт, каждую неделю вы будете получать 3 спецпредложения с 50% скидкой на различные премиум танки. Сколько надо заработать боевого опыта? На какой именно премиум танк будет скидка? Все это кратенько буду рассказывать в этих видосах, которые выходят на моем канале каждый вторник. Если вы любите узнавать подобную информацию первым, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и не забудьте прожать лайк этому видосу. С 21 по 27 января в игре вас ждет 3 спецпредложения. За любое количество боев, заработав 8000 боевого опыта, вы получите первое спецпредложение, это 50% скидка на Iron Rain. Напомню, что каждое спецпредложение действительно всего лишь 72 часа с момента его получения. С 50% скидкой Iron Rain обойдется вам в 5950 голды. Iron Rain — это немецкая премптса 8 уровня, которая имеет топовую маскировку, наделена полноценной башней, барабанное орудие на 3 снаряда с альфой в 490 единиц, что дает возможность вам отправить в ангар с одного барабана одноуровневую технику. Если вы фанат танков с ярким камуфляжем или эффектным внешним видом, то боевой раскрас Iron Rain RHM Borsig Waffentrager удовлетворит ваше предпочтение. Продолжив играть на этой неделе и за любое количество боев, заработав 20000 опыта, вы получите второе спецпредложение, это 50% скидка на HMH AMX модель 58. С 50% скидкой танк обойдется вам в 3800 голды. В первую очередь это спецпредложение порадует коллекционеров, которые собирают танки Heavy Metal Heroes серии. Если вы уже начали качать ветку французских легких танков, то именно HMH AMX модель 58 познакомит вас с геймплеем, который вас будет ждать в топе этой ветки на MX-13105. Барабан на 3 снаряда, разовый урон 300 единиц. Высокая максимальная скорость, низкий силуэт, отличная маскировка и при этом абсолютный картон. Этот танк налегке справляется с задачей светляка и при этом не стесняется гнаться за уроном. Продолжая играть в этот период и за любое количество боев, заработав 40000 опыта, вы получите третье спецпредложение этой недели. Это 50% скидка на американский приемный тяжелый танк 8 уровня «Королевский тигр захваченный». Цена со скидкой будет 7100 голды. Американский королевский тигр будет интересен в первую очередь тем, кто любит немецкую технику, но при этом планирует качать американский экипаж и при этом одновременно фармить серебро. Американский королевский тигр имеет повышенную доходность серебра, бонус к серии составляет 60%. В сравнении с немецким приемным королевским тигром, американский не изменился в плане бронирования, подвижности и обзора, а вот орудие танк получил более точное и скорострельное, но при этом с гораздо меньшей альфой. Играя на американском премтанке, вы будете стрелять теперь гораздо чаще, но при этом с одного выстрела вы будете снимать всего лишь 240 единиц. Учитывая, что старые 320 на 8 уровне не так уж и много, то альфа для ТТ-8 240 просто смешна. Но на самом-то деле, с такой скорострельностью танк стал более интересным. Теперь вас не мучает долгая перезарядка, вы порой успеваете отвесить врагу две плюшки вместо одной, а благодаря улучшенной точности орудия, вы с комфортом можете распиливать врага издалека. Также этот танк будет интересен коллекционерам, ведь этот тигр идет в непривычном американском камуфляже. А у меня на этом все. В следующий вторник подкину вам новой информации по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока!